ウクライナの首都キエフから車で2時間チェルノブイリ原子力発電所から140キロに位置するジトーミル州北部の町コロステンです。人口6万6000、森に囲まれた地方都市です。28年目の子どもたちを取材しました。市街地の外れにあるコロステン第十二学校です。ウクライナでは6歳から17歳までが一つの学校で学びます。1年生から11年生まで645人がこの学校に通っています。Sugar, cheese, meat and cornflakes give us energy, bread, eggs and butter. 5年生の英語の授業です。この子どもたちが生まれたのはチェルノブイリ原発事故から17年目にあたる2003年。しかし多くの子どもがさまざまな疾患を抱えています。この男の子は2年生の時心臓の手術を受けました。Хто буде в діагностичний центр? Мені робили аналіз крові. У мене аденоїди отут були, і мені кров з пальця здавали. Я аналіз крові здавала. У мене було УЗІ почок і глаза перевіряли. Там, де живот внизу, саме внизу боліло. У мене поджелудочне. У мене перевіряли очі, брали кров з пальця і щитовидку перевіряли. У мене брали кров з пальця і глаза перевіряли. 汚染地域にあるこの学校では、チェルノブイリ事故後、2年生から11年生までのすべてのクラスで、授業時間が5分短縮され40分になりました。1年生はさらに5分短く、35分となっています。Сокращення уроків произошло з 90-х годів, то есть після аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Діло в тому, що ми прийшли к виводу, що здоров'я дітей до Чорнобиля було намного краще. І коли случилась Чорнобильська аварія, було дуже помітно, що діти уставали, дітям боліла дуже голова, дуже часто з носа йшла кров, і тому було рішення, я так розумію, правительства України, о том, щоб сократити длительність уроків. В нашій зоні осмотр проводиться один раз с участием всех специалистов узких. Лор, невропатолог, окулист, ортопед, психиатр. Психиатр не входит. Не входит психиатр. Хирург и педиатры. Чернобыль-事故後, 体育の授業も健康診断の結果に従って4つのグループに分けて行われるようになりました。この学校では645人の生徒のうち健康な子どもが参加する基本グループは157人、配慮が必要な子どもが参加する準備グループが385人、慢性的な疾患を持つ特別グループの子が90人、障害などがあり体育を免除されている子どもは13人です。体育の時間に突然死する子どもが増えたため、2年前から保健省がルフィエテストと呼ばれる心肺機能測定を導入して以降、準備グループが増えたといいます。В спецгруппе какие заболевания у нас идут? Язва желудка. В спецгруппе идет тиреидиты. Теперь это по щитовидной железе. Теперь в спецгруппу идет
высокая степень заболевания глаз. Теперь идет некоторые сколиозы по костно-мышечной системе могут быть временно в спецгруппе. Могут быть не постоянно, а временно. Теперь идут дети, перенесшие, например, острую форму гепатита. ウクライナでは内部被曝と外部被曝を合算したパスポート線量と呼ばれる方法で被曝量を把握しています。 1986年から2011年までの25年間にコロステンの住民が浴びた積算線量は 平均 15 ミリから25 ミリシーベルトとされています。 Ну, я должен сказать, что существующее законодательство позволяет защищать интересы людей, которые пострадали от аварии на Чернобыльской атомной станции. Те, которые относятся к числу пострадавших. Таких ни много ни мало в нашем городе на сегодня насчитывается 57 тысяч. И эти законы предусматривают ряд льгот для людей, которые здесь проживают. Это и бесплатные медикаменты, это и оздоровление бесплатное, это питание школьников бесплатное, это выплаты за чистые продукты, это выплаты за проживание в зоне. Эти моменты, которые на сегодня существуют, и благодаря, ну, в общем-то, хорошим законам, которые были приняты. Чернобыль-ли-хо-то-ва. ソ連崩壊直前に成立した原発事故被災者のための法律です。年間 0.5ミリシーベルト以上の地域を汚染地域として指定し、汚染レベルに従って 4つのゾーンに区分けした上で移住政策や被災者支援策を定めています。コロステンは 1991年にチェルノブイリ法が制定された当時、 年間 0.5ミリから5ミリシーベルトの汚染レベルでした。 このためここコロステンも第三ゾーンに指定され、 希望する住民は汚染のない地域に移住しました。 その数はおよそ2万人に上ります。 Не, ну, безусловно, в основе всей нашей работы в первую очередь лежат отношения наших детей. Ну, мы пережили многие моменты в истории нашего города. В первые там, годы очень большая была миграция. Там дали вам данные, много выезжало. Потом как-то приостановился этот въезд, потом даже больше приезжало, чем выезжало. То есть и город как бы возобновлялся и выходил из такого состояния. Украина дева. チェルノブイリ事故のあったその年から毎年汚染地域の子どもはすべて保養に参加してきました。 1997年には子どもの保養に関する閣議決定が行われ、 体調が悪い子や病気の子が優先される仕組みができました。現在は教育委員会に保養のための委員会が設置され調整を行っています。 町の中心部にある外来病院の小児科病棟です。ここは学校を担当する医師が常駐する部門です。学校や教育委員会と連携し、子どもの病気に合った保養プログラムを探し、保護者に情報提供します。 У нас в основном оздоровление идет летнее, и есть оздоровление у нас на протяжении всего года. Значит, летнее оздоровление заседает комиссия при детской поликлинике ВКК. Приходят родители со своими карточками. И на дверях висит объявление. Санаторий какого профиля? И каждая родительница имеет возможность подойти к члену комиссии и сказать, что у нее у ребенка гастрит. Ей предлагают такой-то, такой-то санаторий, такое-то, такое-то время. 病院が集計したデータによると、障害のある子の割合は年を追うごとに増え、 1992年には 1000人のうち15人だった割合が、 2011年には 3倍にあたる45人に増加しています。
Да, действительно, я есть участник с первого дня Чернобыльской катастрофы. Вот, и занимался проблемами Чернобыля с первого дня Чернобыльской аварии. Вот, и до последнего, до сегодняшнего дня. Анализ тот, который мы проводим, вот, а мы проводим этот анализ ежеквартально, вот, какие изменения в состоянии здоровья и детей, и взрослого населения нашего города. То я должен сказать, что уровень здоровья населения вообще, вот, и детского в том числе, вот, несколько ниже, чем был до аварийный период. Может быть, несколько причин, не только чернобыльская причина. Вот, может, и другие факторы влияют на уровень здоровья населения. Вот, но некоторые нозологические единицы, некоторые заболевания, которые напрямую можно увязывать с действием, последствиями аварии на Чернобыльской АЭС. Это, в первую очередь, заболевания щитовидной железы. Так, ну, второе, так, из них, так, это онкологические заболевания, когда мы видим рост, вот, и особенно щитовидная железа. Вот, это заболевания костно-мышечной системы, так, и врожденная патология, то, что особенно выражено среди детского населения последние 10 лет. この日、外来病院で頭から血を出している女の子に会いました。前回も同じ発作が起こり、アレルギーではないかと皮膚科を受診しましたが、原因が分かりませんでした。今回も再び皮膚科を受診しましたが、原因を突き止めることはできず、神経系の診療科で診察を受けることになりました。このように診断がつきにくい症状の子どもも少なくありません。Ну, если страдает иммунная система, так, то мы имеем вот те заболевания роста, о которых мы говорили, начиная от щитовидной железы, вот, и влияние на костно-мышечную систему. Это все идет через иммунную систему. Если страдает иммунная система, значит, поражается или более уразливый, как на украинском, на российский. Подверженный. Да, более, ну, подверженный, так, другим, все органы. ここは泊まりの入院までは必要ないものの、体調が優れない慢性疾患の住民が半日や1日単位で治療を受ける病棟です。年に数回はここに通い、点滴などを受けて体の回復を図ります。子どもからお年寄りまで1日に150人ほどが利用しています。Суставы очень болят. Меня, я думаю, следствие чернобыльского заболевания. 60 лет. Ну, у меня заболевание печенки, видно, железа, котился. Значит, у нас, согласно наших законов, вот, каждый человек, который пострадал от Чернобыля, каждый год должен пройти комплексную комиссию. Это касается и детского населения, и взрослого. Так что я так думаю, что у вас тоже такое проводится, так, и надо это продолжать. 放射線の影響による健康被害を詳しく調べる検査施設、ジトーミル州広域診断センターです。ここは日本の笹川記念保険協力財団の資金提供によって建設されました。大人も子どもも外来病院や学校の検診で問題があれば、超音波を使った検査や血液検査など、ここで詳しく調べます。
Кроме Чернобыля, мы занимаемся больше ничем не занимаемся. Занимаемся чернобыльским населением. Других таких центров нет, чтобы только, только пострадавшими занимались. И заболевания нервной системы, помолодело заболевание, я говорил, онкопатологии. Мы, к сожалению, уже имеем по Украине случаи инсультов у детей и другие. Ну, я не знаю, в других странах, наверное, тоже не следил за прессой. Вот, но то, что мы имеем сейчас на Украине, инсульты у детей, это, конечно, раньше это не было. Сказать, это связано с Чернобылем или не связано, или это связано с улучшением диагностики, или как, это уже не мне судить, но факт остается фактом. Заболеваемость растет практически по всех нозологиях. Заболеваемость растет, это я свое личное мнение скажу, значит, заболевание растет не столько за счет увеличения роста заболевания, за счет, как нас глубокое убеждение надо поддерживать и смотреть все равно, и динамики, мониторить.放射線医学研究所です。チェルノブイリ原発事故をきっかけに設立し、被災者に対して医療を提供する一方、低線量被曝による万発的な影響を研究しています。小児科のエフゲイナ・ステパノワ博士は、事故後30年近くにわたって5万人以上の子どもたちを診察し治療してきました。低線量長期被曝と免疫との関係や遺伝的影響を研究しています。Это ухудшение здоровья характеризуется уменьшением количества практически здоровых детей среди обследованных, увеличение показателей заболеваемости детей. Это болезни органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы, желудочно-кишечного тракта. Ну, особенно и печени, и поджелудочной железы. И резкое повышение болезней органов пищеварения в определенной степени можно объяснить вот неблагоприятным воздействием хронического поступления радиоцезия в организм детей. Поэтому повышение частоты анемий у детей, проживающих на радиоактивно загрязненных территориях, ну, а среди различных органов и тканей человека, ребенка в частности, наиболее чувствительными к радиационному воздействию являются иммунная и кроветворная системы. Частично, потому что анемия тоже возникает под действием разных факторов, но частично можно тоже объяснить воздействием ионизирующего излучения. Степанова 博士は2010年土壌汚染と子どもの肺活量の関係を分析し、セシウム137が高い地域に住む子どもたちは肺活量が低下しており、気管障害や肺による気管閉塞につながっている可能性があることを指摘しました。また2013年には内部被曝量の高い子どもはヘモグロビン、赤血球、血小板の血球数が減少しているとの論文をアメリカの医学雑誌に発表しています。Но если, например, у ребенка имеется снижение иммунитета, то к чему это приводит? Это приводит к тому, что ребенок часто простывает, часто болеет. Любое заболевание у него протекает более тяжело. Оно приобретает длительное течение, а иногда формируется уже хроническая патология. Если, например, у ребенка развивается даже не тяжелое малокровие, анемия, снижение гемоглобина и эритроцитов, при этом нарушается снабжение кислородом всех органов и тканей. Наиболее чувствительно к недостаткам кислорода мозг, центральная нервная система. У ребенка наблюдается повышенная утомляемость. Он хуже запоминает уроки. Это не драматично, но качество жизни ребенка ведь значительно ухудшается. Да, это, конечно, не рак щитовидной железы.
Ну и эти изменения ни к чему тоже хорошему ж не приводят. Это Украина 報告書です。チェルノブイリ原発事故25年にあたり、ウクライナ政府がまとめたものです。報告書のタイトルは、Safety for the Future、未来への安全。現場の医師たちが中心となって執筆した健康影響の章には、汚染地域で起きている様々な症状と統計が並び、チェルノブイリ事故の被害は子どもの甲状腺がんだけであると結論づける IAEA やアンスケアなどの報告書とは大きく異なっています。Снова положены результаты научных исследований, не такой государственной статистики, потому что вы знаете, что она обычно обладает рядом неточностей, недостатков. То есть это должны быть, это были проведены специальные эпидемиологические исследования и клинические также. В отличие от того, что, допустим, МАГАТЭ и другие организации, они признают только эффекты, которые уже описаны, которые определены и всегда дозозависимые, то мы показали, что, хотя это еще и не признано, так сказать, международными организациями, но над этим мы работаем, что ухудшается не только опухоли и лейкемия, но и неопухолевые заболевания. Анскер, научный комитет по изучению действия атомной радиации. Но и они анализируют все то, что до настоящего времени там было опубликовано. Но дело в том, что анализируется в большинстве случаев peer review, так называемые рецензируемые англоязычные издания. Понимаете? И поэтому многое из этого, что не то что многое, но во всяком случае значительная часть, которая публикуется на русском или украинском языке, оно не входит в этот анализ. И вообще, получается, мы как-то проанализировали, оказывается, что вот если эффект открыт, то до его признания международной общественностью проходит от 3 до 10 лет. Вот, например, первые эффекты на рака щитовидной железы у детей были описаны нашими учеными, профессором Пятаком и профессором Присяжнюком, в 1990 году. А фактически уже ВОЗ и другие организации, то есть комитет по действию атомной, в смысле по воздействию атомной радиации, он признал его где-то уже, где-то через 3 или 4 года. Фукусима 原発事故後、この研究所には日本からの視察が相次いでいます。Примерно то же, что, как вам сказать, мы рассказали о нашем опыте. Вот, говорили о том, что нужно обращать внимание на детей, что нужно, там решить, если наш положительный опыт, когда детей из загрязненных территорий вывозили на отдых. Вот, говорили о том, что какие продукты питания нужно. Это когда речь шла о раннем периоде. 停戦量被曝の影響を研究するためのデータが蓄積されている国立情報センターです。被災者の健康に関する情報を一元的に管理しています。現在の登録者数はおよそ230万。各地の病院で行われている健康診断のデータが毎年更新され蓄積されています。в этом законе статьей 16 предусмотрено было создание государственного регистра учета лиц пострадавших во время Чернобыльской катастрофы. Основной задачей регистра было установлено эффективное решение медико-экономичных проблем, которые
могли, которые возникали у лиц, пострадавших во время Чернобыльской катастрофы, и разрешение этих проблем. Что проявляется в проведениях дополнительных диспансеризаций, дополнительных медицинских мероприятий по улучшению здоровья пострадавших во время Чернобыльской катастрофы? Да, конечно, конечно. Все это создано именно с заботой государства о том, чтобы предусмотреть и облегчить их положение. Тут, конечно, ничего такого нет сверх. データセンターの心臓部は この旧式のパソコンです。ウクライナ政府が財政難のため、維持費用は人件費を含め日本円で2000万円程度です。しかし、2世や3世のデータもきちんと残していく必要があると考えています。Тоже так нельзя, ну, вообще-то сообщество МАГАТЭ говорит о беспороговости фактора, но он все равно действует в комплексе. У нас нет радиационного фактора, чтобы он действовал отдельно. Даже при использовании атомной энергетики там действует комплекс вредных факторов вместе с радиационным. Поэтому выделить, что это именно от радиационного фактора, мы еще не можем. Что радиационный фактор был первопричиной всех заболеваний, но это еще в будущем. Потому что это должны быть очень большие, как это, выборка большая, чтобы это доказать. 年間5ミリシーベルト以上の地域から住民が移住し、さらに放射性物質の8割近くが低減した現在、人の居住する地域で年間1ミリシーベルトを超える場所はなくなりました。このため、財政的な問題からゾーンの指定を見直すべきだと主張する人もいます。しかし、子どもたちの支援を打ち切ることは、全く考えられないと言います。Тобто дітей потрібно, хоча вже пройшло 27 років, але потрібно оздоровлювати, тому що діти проживають все ж таки на забрудненій території, оскільки період розпаду цих радіонуклідів, всього іншого не одне десятиліття. Тому, на жаль, це питання буде контролюватися, дітки будуть оздоровлюватися, бо, кажуть, вони наше майбутнє і... Ми за них відповідаємо. Тому ми бажаємо вашим японським діткам, щоб вони найголовніше були здорові. І щоб ваші освітяни також створювали у межах своєї компетенції необхідні умови для того, щоб дитина була здоровою, тому що ми даємо дітям і освіту, але контролюємо це питання, не перевантажувати, давати можливість працювати індивідуально. Якщо потреба звільнити від екзаменів, звільняємо від екзаменів. Харчування дітей, оздоровлення, на ці питання звернути увагу. І ми бажаємо, щоб ваші діти не хворіли, були здорові, щасливі і ви раділи також разом з ними. かつては年間1ミリから5ミリシーベルトの間だったコロステンも、今では高いところでも毎時 0.1 マイクロシーベルト前後。しかし汚染地域向けの支援は続いています。За годы моей директорской работы, за 12 лет, два ребенка мы похоронили в этой школе от лейкемии крови, от рака крови. Ну, были очень тяжелые случаи, тяжелых болезней, тоже рак крови. Но пока дети живы. В общем, человек 4 – это рак крови. Двое похоронили. А вы знаете, дело в том, что я работаю в педагогике с 1983 года. Я помню, детей до аварии были действительно здоровые дети. Случилась беда,
вот в Украине. Вот существует такая точка зрения, что да, действительно, радиация очень влияет на здоровье людей. С другой стороны, есть точка зрения, что, возможно, после аварии появилась аппаратура хорошая, когда врачи стали ставить диагнозы и потому, что есть хорошая аппаратура. Но в любом случае, я считаю, потому что я учитель-практик уже более 30 лет, мне кажется, и это правда, что дети до аварии были здоровее намного. Они переносили даже нагрузки физические побольше, чем сейчас. Сейчас дети быстро утомляются. Сейчас учителя замечают, что вот как-то и учеба дается потруднее некоторым детям. Возможно, существуют еще какие-то причины, внутрисемейные. Но в любом случае, радиация опасна, это понятно.自分の体調に自覚のある年齢の子どもたちにも話を聞きました。Сердце тоже влияет. Брали кровь с пальца, тоже делали УЗИ. Тогда щитовидная железа, что-то с желудком. Поднимите руки, у кого сердце. Болит сердце, колет. Ага. Проверяла, делала кардиограмму сердца. Ну и как потом? Ну, у меня до сих пор болит. Получился монтаж. Поднимите выше руку, да. Щитовидная железа. Я постоянно каждый год хожу проверяться. Ну, врачи посылают, УЗИ делают. И вроде ничего нет. Увеличение. Они дети. Воспаление получается. Да. Увеличение.子どもの様子をさらに詳しく理解するためにこのクラスのマリア・ヤレムチュクさんのお宅に伺いました。マリアさんは現在15歳、19歳の兄と2人兄弟で、父親は歯科技工士、母親は歯科医師をしています。давайте положим так。Маша тоже, да, все умеет делать. Здесь все, ну как, домашнего производства. Кроме апельсинов, лимонов и, возможно, рыбы. Невозможно, а точно. А так все сделано руками. Картошка и посажена нами, и выкопана нами, и приготовлена нами. Также и творог, и молоко, из которого делались блинчики. Все домашнее. Дело в том, что у нас, у Марии, проблемы с печенью, врожденные проблемы. Ну, генетическое заболевание, которое как, ну, как проще, там, ну, длинное название, но, в общем, не работает печень как надо. И поэтому, если мы будем покупать, у нас и так проблемы, а если мы еще будем покупать в магазине, а там химии тоже достаточно, то у нас проблемы еще больше. Поэтому мы стараемся, чтобы все было натуральное, все было свое, чтобы все мы знали, какого качества. Вот такие вот. Когда она была маленькая, у нее были тяжелые состояния, были такие доктора, которые нам говорили, вот на Марию. А на Марию? Да, что ничего с ней не будет. И я, честно говоря, так тогда это запомнила, как будто, да, ножом по сердцу. マリアさんは毎年必ず保養プログラムに参加しています。寂しくなかった？Я там была месяц. Не скучала? Нет. これはクリミア半島にある旧ソ連時代から続く保養所アルテックのキャンプに参加した時の写真です。ウクライナでは10歳までは保護者が同伴し、それ以上の年齢は子どもだけの参加となります。ただマリアさんは食事の調節が難しいため、母親のナタリアさんが同伴することもあります。
マリアさんは生まれて2週間後に痙攣が起き、その後病気が明らかになりました。19歳になる兄サーシャさんも生まれてすぐに痙攣が起き、重度の知的障害を負っています。言葉を話すことはできません。Мы уже немножко общаемся с ним, то понимаем, если он хочет кушать, он приходит, берет за руку и ведет на кухню. Если он хочет гулять, он берет за руку и ведет к двери. Ну, на больше... Я сейчас попробую поискать его фотографию. Мы три раза, и все три раза попадаем... Двое живых больных детей, а третий... Я так думаю, что это... Я не могу, конечно, это утверждать, но, тем не менее, когда-то, когда рванул Чернобыль, я была девочкой, как раз, видно, половое созревание начиналось, закладывалось это все. И, а мы в Коростене, тогда дети готовились, не только в Коростене, по всей Украине, готовились к 9 мая, и нас на площади водили, мы целый месяц ходили, готовились там махать... цветочками, флажочками, да. И тогда, когда Чернобыльская рванула, нам же этого не говорили, мы тогда получили очень хорошую дозу облучения. Видно, хорошую тогда дозу получила облучение. И я так думаю, что, может быть, это дает свои результаты. У меня узловой зуб. Он у меня появился, ну как, я обнаружили первый раз, когда начали, когда открыли диагностический центр и начали обследовать. Мне тогда уже, наверное, было лет 15. Первый раз обнаружили. Возможно, и сейчас, ну, и продолжаются дальше влияния. Просто то были самые первые, самые яркие воспоминания. Но сейчас тоже постоянная усталость, хроническая усталость. И даже я, не только я такое замечаю, вот моя, ну... подружка, ровесница, она тогда тоже была в этом возрасте и тоже облучение такое же получила. И она говорит, ну, встаешь утром, и кажется, что не спал, уже уставшим. Я не знаю, или это дает щитовидка, или это дает радиация. Но бывают такие дни, что очень это чувствуешь. Столько бумаг, что и не найдешь. Так, это сына. Ну вот, блин, ну, таким почерком. Цинтенсеи, юки сан, тайся идё. В детстве особенно очень, да, очень часто. Но сейчас у нас есть инвалидность. Правда, она не связали нам ее с Чернобылем, потому что чернобыльские заболевания есть определенный список, а у нас заболевание не такое уже и стандартное, как говорится. Поэтому нам его не связали. Но так как дети инвалиды, то нам приходится часто обращаться к врачам. Гензай, Украина дева, ган не кагиразу, 消化器疾患や呼吸器疾患をはじめ50以上の病気がチェルノブイリ障害者認定の対象となっています。しかし近年認定の審査は厳しくなっています。Я так думаю, смотрите, у нас даже если тот диагноз, который у Саши и у Маши, то на вид они здоровые дети, у них проблемы только внутри. Это значит, это уже одно заболевание, какое бы оно там ни было. А тут уже третьим ребенком, там уже заболевание другое, потому что там уже видно аномалии налицо. Но какая, ну, если бы это было наше именно только генетическое, то шли бы все дети одинаковые. А тут уже все, что хочешь, присоединяется. Просто, наверное, я так думаю, что когда закладывались у меня
в том возрасте. Эти яйцеклетки или так. Это мое мнение, я не знаю, могу ошибаться. Тогда это облучение на меня подействовало. Это мое мнение, я не знаю точно. Честно, были даже и самые плохие мысли. Хотелось, извините, чуть ли не до самоубийства. А потом я так подумала, кому они нужны будут, кроме меня. И это удержало, собственно говоря. Ну, конфеты там робити там на фабрике такие, або парикмахером стать. И ну, а так мне родители предложили на медсестру піти. Ну, не знаю, может. Поживем увидим.